корабельный район, это порядка 15 украденных людей. Но я бы хотел бы заметить, давайте ликвидируем хотя бы те точки, которые не санкционированы. Вот я сегодня проживаю на первой линии 34, с утра приемный пункт 12-я протольная 2 или там 3, он был открыт с утра, стоят веса и все. Скажите, милиция, участковый, где? Давайте хотя бы с вот этими пунктами будем бороться. Я уже расплачу за это. Вот прокомментируйте мне. Я с утра сегодня 12-я продольная на 12-я продольная в районе первой линии 4. В частном секторе. У него каждое утро открыт этот гараж, стоят весы, идет прием металлолома. Ленинский район. И какой же результат? У него, конечно, за 2 дня будет еще 600 туда это. Туда все сносит, весь Ленинский район сносит на 12-ю продольную. Он санкционирован, этот пункт, скажите мне? Есть лицензия у него на приеме? Так почему его нельзя, его что, нельзя ликвидировать? Если он санкционирован, то, конечно, он будет ликвидирован. Так он, уже 2 года там проживаю и знаю, что... Огромная просьба, не ждите каких совещаний, надо было правоохранительным